Всем привет! Привет! Это передача «Рисуем вместе» на телеканале ЮТВ. С вами я, ее ведущая Анаит. Мой помощник на сегодня – Даня. Сейчас мы с Даней докажем, что каждый может научиться рисовать. Итак, Даня, сегодня мы с тобой будем рисовать супергероев. Ты знаком с ними? Да. Ну, кого ты из них знаешь? Ну-ка, перечисли. Человека-паука. Так. Может, еще кого-то? И Капитана Америки. Так, может быть, мы с тобой сегодня нарисуем Человека-паука? Давай. Он крутой супергерой? Да. Он тебе нравится? Да. Супер. Меня зовут Питер Паркер. Ну, а дальше вы все знаете. Я спас город, а потом спасал город снова, и снова, и снова. Итак, я в комиксах, на коробке с хлопьями, выпустил рождественский альбом и мерзкое мороженое. Но дело не во мне. А что нам понадобится для нашего рисунка? Нам понадобится... Это черный фломастер. Так. Листочек. Да. Цветные фломастеры, чтобы потом разукрасить Человека-паука. Да. И наш талант. Да. Все, начинаем. Берем наш черный фломастер и рисуем Человека-паука. Я рисую, а ты повторяешь. Сначала нарисуем его голову. Смотри. Проведем вот такой вот полукруг. Чуть-чуть выше, в середину. Полукруг? Да, полукруг. Угу, отлично. Рисуем голову дальше. Снизу проведем вот такую вот линию. Мы с тобой голову по частям рисуем, чтобы нам с тобой было проще. Так, теперь нарисуем глаза нашего Человека-паука. С левой стороны проведем такую линию. Так, теперь уводим ее влево, эту линию. Угу. И теперь рисуем второй глаз Человека-паука. Вот такая линия. Угу. Чуть-чуть ее правее. И теперь дорисовываем его глаз. Проводим теперь эту линию также внизу. И соединяем в одной точке. Отлично. Теперь давай нарисуем туловище Человека-паука. Давай. От головы проведем вот такую линию влево. Это будет его будущая рука. Так. Теперь чуть-чуть ниже проведем еще одну вот такую линию. Так. Да, и опускаем ее вниз. Угу. Сейчас продолжим эту линию и нарисуем его ногу. Делаем эту линию чуть-чуть длиннее. Так. Закругляем ее в правую сторону, в правую сторону и поднимаем. Но не до конца. Смотри, на какое расстояние я ее поднимаю. Отлично. Теперь давай нарисуем руку. Мы здесь место оставили, да? Проведем такую волнистую линию. Так, да, да, потом вниз. Вот. Угу. И вниз. Даня, ты помнишь, как делал Человек-паук? Вот так. Пшу. Да. Чтобы... И у него что отсюда вылазило? Паутина. Верно. Так, мы сейчас прям так и нарисуем руку Человека-пауку. Смотри. Хорошо. Продолжаем эту линию. Чуть-чуть ее вот так вот влево. Чуть-чуть влево? Да, влево. Вот эту линию. Верхнюю, верхнюю. Угу. Верхнюю? Да. Чуть-чуть влево. Вот. Да. Вот так. И теперь... Да. Теперь рисуем овал. Овал? Да. Так. И теперь рисуем один пальчик ему вот такой. Угу. Два пальчика он согнул, поэтому они чуть-чуть правее. Рисуем овал. Так. Вот здесь. И вот этот? Да. Все верно. Рисуем овал. Да. Чуть-чуть ниже его. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть ниже. Вот так? Угу. Смотри, еще один овал. Вот здесь. Вот здесь один. И ниже еще один. Угу. И еще один пальчик ему осталось дорисовать. Рисуем вот один палец его. Молодец! Теперь давай нарисуем его туловище. От головы с правой стороны проведем такую полоску. Угу. Теперь
вот эту линию, где мы с тобой нарисовали ногу, чуть-чуть поднимем. Вот эту линию. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть. И уведем ее вправо. И сейчас все это соединим. Молодец. Теперь давай дорисуем его вторую руку. Он будет держаться за паутину, на которой он летал по городу. Ты помнишь? Да. Так, смотри. Рисуем от головы вот такой кружочек. Вот здесь. От головы вот такой кружочек. Да. Вот такой? Да. И теперь рисуем вокруг этого кружочка вот такие овалы. Это будут его пальцы, которыми он будет держаться за паутину. Да. Угу. И теперь дорисуем его вторую ногу. Смотри. От туловища рисуем такую линию. Да. Теперь с этой стороны рисуем линию. Так. Вот так ее закрываем. Угу. И вот так вот проводим еще одну. У него же узорчик был на костюме. Сейчас мы это все будем повторять. И на второй ноге также проведем. Угу. Здесь давай ему на костюме нарисуем такую полоску. Так. От головы. От головы? Да, вниз проводим и вправо уводим. А ты помнишь, что у него на костюме вот тут на груди было нарисовано? Да. Что там было? Паук. Паук. Сейчас мы с тобой нарисуем паука настоящего. Проводим такой круг. Еще один круг снизу. Только они должны соприкасаться друг с другом. А. Давай ты двух пауков нарисуешь. Вот один круг здесь нарисуй. Прям рядом. Так. И теперь рисуем лапки этого паука. От кружочка. Да. Три штучки в одну сторону, три штучки в другую. Еще одну. И с другой стороны. Получается так. 8 лап. Да. Можешь еще нарисовать, чтобы 8 получилось. Сейчас 6 пока. Да. И можешь здесь тоже нарисовать. Пусть будет у тебя 3 паука, а у меня будет один большой. Согласен? Да. Так. Мы с тобой нарисовали паука. Ну, вообще, это бы смотрелось нечестно так, то, что у тебя один, а у меня 2. Ой, 3. Ну, ничего страшного. Я думаю, наши зрители нас простят. Так. Да. Да. Давай лапки дорисовывай. У тебя будет человек-паук круче, чем мой. И теперь давай нарисуем в его руках паутину. Вот эту веревочку, по которой он будет летать по городу. Сверху ведем такую полосочку и соединяем с рукой. Хорошо. Так, а теперь снизу руки проведем полосочку вот так вниз. Угу. Так. Ну что, практически готов наш человек-паук. Теперь давай его разукрашивать. Давай. И теперь, чтобы наш Человек-паук был похож на настоящего Человека-паука, будем рисовать на нем паутину, на его костюме. Берем черный фломастер. И повторяем за мной. Ну что, Даня, как ты думаешь, наш рисунок готов? Да. А кого мы сегодня рисовали? Человека-паука. А нашим зрителям интересно, что у нас получилось? Как ты думаешь? Да. Давай скорее покажем наш рисунок. Вот такой у нас крутой получился Человек-паук. Тебе он понравился? Да. Крутой у нас рисунок? Да. Значит, у нас с тобой все получилось. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски и дальше учиться с нами рисовать, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Как он называется? ЮТВ Оренбург. А это была передача «Рисуем вместе» на телеканале ЮТВ. И с вами были я, ее ведущая Анаит, и мой помощник... Да, Даня. До новых встреч! Пока-пока!